Нашим с кисточкой, шалом, бонжур, вем счастье. Сегодня, да как и всегда, ездит с одесской песней по всему миру. И сегодня мы находимся в городе Вена. Тут венские вот эти балы все, Андрей, знаменитые. Такие, да. А мы сегодня покажем, что такое бал с улицы Пешоновской, Разумовской, Калантаевской, Южной и всех там Комитетской. Друзья, Молдаванка, большой район, Одесса, прекрасный город. Так что слушайте песню про бабушку, тот спервертот, получайте удовольствие, чтобы вы меня такие были здоровы, жили до 120. Грянем за Одессу, маму. Андрюха насыпает. Как на Дерибасовской угол Решлевской, 8 часов вечера разнеслась весть, что у нашей бабушки, слышите, у бабушки-старушки, 6 налетчиков отобрали честь. Вот тот спервертоц, бабушка здорова. Вот тот спервертоц кушает компот. Вот тот спервертоц и мечтает снова. Вот тот спервертоц пережит налет. Бабушка вздыхает, ой, бедная страдает. Потеряла бабушка и покой, и сон. Двери все открыты, слышите, не идут бандиты. Пусть придут не шестеро, ну хотя бы в пятером. Вот тот спервертоц, бабушка здорова. Вот тот спервертоц кушает компот. Вот тот спервертоц мечтает снова. Вот тот спервертоц пережит налет. Не выходит бабушка, ой, вечером на улицу. Принимает бабушка на ночь порошок. Вот вечер вывешивает жареную курочку. Пусть придут не пятеро, но хотя бы вчетвером. Вот тот спервертоц, бабушка здорова. Вот тот спервертоц кушает компот. Вот тот спервертоц мечтает снова. Вот тот спервертоц пережить налет. И чтоб Андрюха золото сыграл. Город Харьков. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара.